рассказы с книги «Гопники» называется «Бергман». Не знаю, зачем мне нужен был этот Бергман. Тем более идти смотреть его фильм «Видеосалон» за 3 дня до последнего звонка в школе. У меня нет друзей, нет девушки, я в полной жопе. В кино я стеснялся ходить, потому что всегда один. А если пришел, то сесть поближе к выходу, чтобы, когда кончится, первым на улицу. Пока идут конечные титры, и в зале зажигается тусклый свет, чтобы никто не видел, что я один. Я прочитал в газете, что в центре открылся видеосалон с кабинками на 4 человека. Но можно и одному прийти. Заплатил за фильм и смотри себе в кабинке. Первый раз я зашел туда неделю назад, а просто проходил мимо. Много кассет на полках. И тетка сидит, вернее женщина или тетя. Но не тетка, нет. Ей лет 35, а может быть 30. Заулыбалась я. Что хотите посмотреть, молодой человек? А это, Бергман у вас есть? А как приятно, когда спрашивают Бергмана. Или Феллини, или Тарковского. Ах, это бывает так редко. Увы, вкусы деградируют. Интеллектуальная прослойка сужается. Пролетарский город, что с него взять? Это же не Москва и не Питер. Ах, какая жалость, взял кто-то кассету, домой нет ее. Может быть, что-то другое посмотрите? Феллини, Тарковского. Нет, спасибо. Я уже в следующий раз. До свидания. Всего хорошего. Хорошего всего. С 8 марта вас и с Новым годом, и с остальными праздниками. Стукнула дверь, забыл придержать. И опять та самая тетя узнала, отложила в сторону книгу, завернутую в бумагу, и заулыбалась, а расплылась и засветилась. Ах, конечно, помню вас, юноша. Как приятно, когда спрашивают Бергмана. Ах, как редко это бывает, ах, как приятно. Да, вернули. Долго держали культурные люди. Директор 3-й школы с женой собираются в Израиле, кстати сказать. Сейчас, минутку. Афиша на стене. Сегодня в видеозале. Команда. В главной роли Арнольд Шварценеггер. Она возвращается с кассетой. Смотрит на афишу. Увы, приходится показывать ширпотреб. Мы на хозрасчете. Дверь открывается. 4 пацанов. Синие спортивные штаны с белыми лампасами. Значит, пионеры. У пионеров белые лампасы, у космонавтов красные. Я не ношу таких, конечно. И они не знают, откуда я. Может, пронесу? Смотрит на меня, на афишу. Шварц, классно, заебись. Посмотрим Шварца. Тетя морщится и кривит губы чуть-чуть. Ах, мерзость, улыбается мне. Хмуро смотрит на них. Подождите, ребята. И снова на меня, снова улыбается. Вторая кабина, приятного просмотра. Спасибо, иду по коридору. Номер 2, вхожу. Закрываю дверь, занавешенные окна. Кресло, как у нас дома. Душно, запах пыли. Экран светится, но на нем еще ничего нет. Шаги. Бегут, ходят. С какого района? Ладно, не важно. Давай посмотрим сначала. Что это за херня? Ты что, пацан? Что это ты такое смотришь? Думаешь, умные мы все умные, да? Думаешь, ты один умный? Гриша, ёбни ему. Еще раз. И копейки сюда скорее. Пацаны, не надо. Надо, Федя, надо. Но пацаны, ну пожалуйста. Еще ему ёбни. Все забрал. Сколько? 35 и все. Да ладно, еще один раз и пошли, а то швар сейчас начнется. Смотри свою парашку. Сами с вами смотрите, козлы. Мне уже не до фильма. Какой тут может быть Бергман? Нахуй он нужен? Он умер, наверное, или нет, откуда я знаю? Скорее всего, умер. А я живой. И лучше бы я, блядь, умер. Я конченый человек. Нет друзей, нет девушки. Родители не понимают. В школе маразма ничему не учат. Я не поступлю никуда. В армию. А там пиздец, таких, как вот эти уроды. Раньше я мечтал. Я умел мечтать. Думал, что кончу школу, еду нахер из нашего вонючего города. Поступлю учиться в Москву. А сейчас понимаю, что нет. Что никуда не поступлю. Никуда не учусь.
уеду, останусь навсегда в этой жопе. Поступлю в местный институт лучшим случаем. Закончу, стану инженером на сотни рублей. Пиздец, что это за жизнь? Пошло все в жопу. Сейчас от тоски подрочу прямо в кабине уйду. Скажу ей, извините, фигня получилась. Не нужен мне нахуй ваш перм. Все это воды были, выделывания. Вроде как культурный, вроде как образованный. А сам сидит в кабинке и дрочит, не глядя на экран, не слушая. Забил на все. Отдергиваю руку, она улыбается. Ну как вам фильм? Великолепно! Просто прекрасно! Замечательно! Ошеломительно! Охренительно! Отврат! Отврат полный! Но это неправда! Я не знаю, как мне фильм, потому что я не смотрю его и не слушаю, что говорят герои. Я выключил рецепторы, я погружаюсь в свое говно. Я тону, так что уходи отсюда, нечего тебе здесь делать. Не мешай мне дрочить и кайфовать, и брызгать малахлю на ваше протухшее кресло. Блять, край рубахи, прикрывающий хуй, сдвинулся, она смотрит, улыбается, становится на колени, берет в рот, она, наверное, охуела. А что, если эти придурки, которые командуют, они же нас обоих в жопу выебут? А ладно, насрать, смотрит на меня, улыбается грустно. Мне 37 лет, я не замужем и не была. Подала документы в Израиль, надеюсь, скоро. Скучно жить, да жути, ничего интересного, только фильмы. Но это только лишь фильмы. Не надо бояться, расслабься, никто не придет, никто не помешает. Ладно, хорошо, давай, действуй, вперед. Смотрю на экран, там ничего, серые точки, что-то с кассетой или с телевизором. Какая разница, пошло все в жопу. Странная она, наверное, ебанутая, слишком много фильмов смотрела. А вдруг она всем так делает, а вдруг у нее трипер. А если эти, которые команда? Ладно, все в жопу, все, в жопу, все, все, все. Спасибо, пожалуйста, спасибо, пожалуйста. И до свидания. А как же фильм? Завтра или в субботу? Или нет? В субботу нет. В субботу последний звонок. Потом, когда-нибудь, вернее, никогда. Надеюсь. Улица темнеет, парочки притворяются, что влюбленные. Хуй, меня не наебешь, я про вас все знаю. Теперь я про вас все знаю. Какой-то пацан настоящий урод, а баба с ним ничего. Здравствуйте, ребята, сигареткой не угостите, а спички, да, можно зажигалку, еще лучше. Классно, спасибо. А вы, девушка, как насчет отсосать у меня прямо сейчас? Вон в том подъезде. Нет, не показалось. Все правильно. Да как? Ладно, шучу. Спасибо за зажигалку, за зажигалку. Пока. Приятных полюций. Мужик одинокий, такой же, как я. Привет, мужик. Ты куда? Так, гуляю. Молодец, отлично. Пошли выпьем водки. Пошли. За твои деньги. Пошли. А баб, пошли. Все путем. Отсосут. Пошли. Говорю, пошли, значит, пошли. У меня в субботу последний звонок. Знаю, в субботу вернешься. Все будет хоккей.